Ага. Здорово. Так, поджарим твою жопу и ждем следующего. Он уже на подходе. И вам... Заходи, родной. Гостем будешь, как говорится. Привет. Так. А, ты последний был? Ну ладно. Спиновики подъехали, да? Прыщи спинные, спиногрызы. Полюбасу наверху сидит. Ща вот-вот выйти должен. Здравствуйте. Ебат, а ты откуда взялся? Стой, сучара, все равно соснешь. Ты че, блять, во мне джагу видел? Сейчас инсу на став выкручу. Изичебаный. Да как? Пять пушите? Эх, ничему вас жизнь не учит. Не хочешь играть с такими же бомжешмотками, как этот чел? Тогда слушай. Чуваки, рассказываю, как начать играть сразу же с крутыми пушками. Для начала переходим по первой ссылке в описании, жмем «Получить подарок» и выбираем оружие, которое вам нравится. После этого жмем «Играть бесплатно», а потом «Создать новую почту». Ну а после регистрации и прохождения обучения, донат будет уже у вас на складе. Ну а по второй ссылке ты можешь забрать крутое снаряжение и пулемет, который не нужно чинить. Ну а когда вы уже начнете играть и докачаетесь до 11 ранга, вам высадится предложение, в котором ты сможешь забрать золотые пушки. Ну а перейдя по этой ссылке, ты сможешь забрать себе H-Car, AS-Val на 7 дней, крутой пистолет и кучу разных випок. Но если ты не знаешь, как правильно создать аккаунт, то ссылочку на мой личный гайд я оставлю в описании. Так, первый поехал. Ага, тут справа еще. Ты чё? Я тут! Эй! Стоит меня, блин, в респе ищет. А на радар посмотреть то, что у вас тут чел сдох. Еще один. Что, еще будут? Нет, не будут? Ну ладно. Пойдет. Опа. Так, надо сейчас свою минку поставить, он не допрет, наверное. Ага, все-таки разминировал. Здрасте. Так, и один на один. Ну давай, чё. Попробуем клатч ножом. Он за мной идет. Три. Два. Один. Здорово! Не, ну это было несложно на самом деле. Так, ну наверху я насидел уже довольно много. Сейчас попробуем уже просто в респе сидеть, ждать. Может они пойдут в спину. Может еще что? Гол, подсадимся. Бля, ща сделаю. Ты что, дурак? Да ща за хуйня. Ладно, понял. Он пытался подсадиться, блядь. Так, тут где-то в центре. Ага, резать будет. Граната пошла! Дру. Так, у тебя шлем саперный, поэтому ты вставать точно не будешь. Бомба установлена. О, идут. Поднимать будете? Сюрприз? Нифига не сюрприз. Это все из-за их брони. Угу. Один центр пошел. Второй у меня. О, даже не чекает. Правильно! Нахер надо! Так, снайпер, пошел в жопу! Не надо! Не надо, как в прошлый раз! Хотя бы так. Константин, спасибо за игру. Ага. Давай, давай. Взаимно. Бомба взята. Вот я охренею, если он сейчас снизу выйдет, короче. Бомба потеряна. Нет, все-таки. Все-таки звуки нормальные в этой игре. То я уж думал, совсем все плохо.
Так, брателло. Ты, конечно, все правильно делаешь, да, медикам как бы в спину ходишь, но я тебе честно скажу, это так себе застрота. Не-не-не, пошел в жопу. Нет, это мой. Это моя добыча. Нафиг. Я уже это все знаю, я это все проходил. Так. Походу клатч с МП5 надо делать. Shut the fuck up. Изи пизи, лемон сквизи. Так, эти наверху сидят. Главное, чтобы никто не чекал. Ага. Никто не чекал двойку. Ага. Да, классно. И этот тут же у меня. Интересно, ему инфу дадут то, что я слева сижу, не? А, хотя это что, это же 21-я лига, тут как бы. Голосовой чат мне не слышал, да, братан? Правильно, лежи теперь. Вот серьезно, никто не юзает голосовой чат на 21-й лиге. Так, короче, чем тупее ты играешь, тем сложнее тебя прочитать. Поехали. Сейчас буду играть просто элементарно, прям супер тупо и на похер. Флешка, погнали. Че, никого и нет? Так, братан, здравствуй. Поехали следующего косить. Ну, зачем тебе это надо было делать? Короче, показываю один раз. Блокнотики свои для остраток достали. Вот, записывайте. Все пошагово прям. Сначала идем по левой стороне. Идем до самых дальних ворот. Открываем их. Потом, получается, открываем вот эти вот ворота. Потом бежим в центр. Открываем центр, фейкуем. Так, главное все это успеть, пока наши все не сдохли. Ага. Ну, они, видимо, с этим не согласны. Так вот, фейкуем центр. Они теперь пойдут на центр смотреть, а мы пойдем возвращаться на те ворота. Да иди ты нахуй!